Хотел я снять трансляцию, но YouTube у меня что-то блокирует. Он дает вертикальную картинку. И сделать трансляцию, уважаемые граждане, я не могу. Но, тем не менее, хотел назвать ее «Все стабильно, все дебильно». Да, ну пусть будет так. Вот видите это все. Ну, много раз я снимал этот участок. Видите, там все провалилось, заросло травой тут. Якутские строители там продолжают сыпать песок. Здесь вот построим храм вместе, короче. В общем, порнография такая кругом продолжается. Еду я сейчас. Развернусь, покажу там. Просто я уже был, проехал. Сейчас покажу. Что они чудят дальше? Ну, снова чудят, едят. Тут нецензурные слова сплошные. Вот. Значит, насыпали. Особенно прикалы, проведя наблюдение, слова. Ну, 5G фонари, конечно. Вот они стоят, вот они. Посуд, интернет, такси. Вот, видите, здесь насыпали гравия, фиг пройдешь, фиг проедешь. То есть, если я даже вот по весне, в начале лета еще проезжал, сейчас бесполезно. Ну, это, как всегда, засирание мозга. Вот сейчас надпись покажу. Миллиарды осваиваются, какой-то еще гриндик бегает, таскает. Ученых на своей машине, плюс, видите, видеонаблюдение. Металлические эти какие-то штыри, арматуры. А я сейчас вынужден вручную, короче, по тропе, по партизанской. Сейчас. Ой, перелазю, короче. Ни хрена себе. Ой, блин. Вот так вот. О. Откуда они взялись, да? Я мог бы проехать, но явно я это не сниму. Да. А от веса зависит, от емкости аккумулятора. Ну на 100 может быть. Да. Замучили глупыми вопросами. Поэтому глупые ответы приходится давать. Вы уж меня простите за эти приколы. Ну вот когда едешь, и тут видите склад металлолома. Мечта металлиста. Фу. Это зона отдыха, так называемая. Видите, в что они превратили? Тут асфальт, все разломано. Ну, богоугодное дело, херачить деревья, которые были посажены. То есть выломать парк. Богоугодное же дело. Истинные христиноиды. На самом деле сатанисты самые реальные. Видите, все, сосны, все поломано уже. Продолжаю тихой сапой, типа никто не видит. Люди забыли уже. Ломать вот это вот все. Ну, твари конченые. Уничтожать последние живые. Здесь вот тоже. Ваши колеса ждут наши арматуры. Ох, нихера себе. Тут вообще какие-то вырыли. Так, придется мне выключиться, потому что надо брать двумя руками, короче, простите. Я вон все к амуру уже подошел. Ну тут надо перетащить просто аппарат. Ну вот я перешел, тут 5 арматур. Какой-то, блин, бардак полный. Вообще, вот представляете, сейчас более-менее сухо, да? За 4 дня подсохло. Ну, тут был сральник просто. Нет слов. Ну, на фоне того, что творится вообще, да, на фронтах там и прочее, это... Эталон порядка, видите, вот. Они продолжают воровать, тут, значит, заливают лестницы, ведущие в никуда. О, мы сейчас на хранение Коляну оставим самокат, а сам я схожу, да, это, приму работу. Раз, видеосъемки нет, Николай, я тебе на хранение оставлю аппарат, вот на твердой поверхности. Даже я не съеду. Вот лестница уже заслана, уже засыпана песком. Ну и она достаточно криво сделана. То есть... Положили они, хер они положили на всю. Уже через месяц лед будет. Положили. Наводнение они, значит, видите. Сейчас я просто покажу этот абсурд, что арматура в воде там, и они типа имитируют чего-то. Имитирует деятельность бурную.
какие-то ступеньки придурочные. Смотрите, видите? Туда это все. Это... Не знаю, что они хотят изобразить. Такое вот. Там вот труба выходит. Срась такая. То есть, типа, будет все выливаться, все помои будут выливаться. Не снизу в канализацию, а сверху. Это такая задумка. Ну, чисто московский проект, видите. То есть, все это подмыто, песок смывается. Все это, короче, имитация на самом деле. Недолго будет оно все жить. Ну, а там вот это, речной вокзал. Наводнение, все такое. Это вот где я в прошлый раз снимал. Видите, там тоже торчит арматура. Черти что, стоят самосвалы, все краны. Ну, они так ни хрена не делают, имитируют. Вот. Живописный шевит. То есть время идет, все, еще одна зима впереди, еще можно. Я просто не знаю, откуда деньги в государстве. Да ну, холопы платят, как бы. Холопы продолжают это все перечислять. Добровольные взносы, поэтому холопа все устраивает. Какой был красивый исторического вида, можно посмотреть у меня на заставке канала. Теперь уже это архив, можно сказать, история. Берег, и что они с ним сделали, уроды. И плюс доламывают лес последний, который, вы видите, уже все зачахло, и сосенки. Они росли, росли, теперь до канализа 6 лет они поломаны, все перемотаны. Вот такие вот красоты Комсомольска на Амуре. Вот такой вот прикол. Жалко, невозможно сделать прямой эфир. Ну, как бы, не знаю. Может, когда Россия сдастся, да, восстановится. Тут люди ведь отмечают. Ну, как всегда, это ж прийти насрать, побить стекла. Это русский народ, он такой. Он, как бы, русский мир. Он без этого никак. Третий день, шторм продолжается. Вот сейчас он вроде, казалось бы, ветер стих, но на самом деле ничего подобного. Вот я вышел, снимаю, и волна, правда, не сильно большая, потому что по течению дует. Но все равно тут слышно, как шумят деревья бедные, поломанные. Здесь была кедровая роща, ее с такой помпезностью сажали. Кедро, ну, маленькие кедры в какой-то там юбилей города, я не помню, 80 лет когда был. Ну все, сейчас от нее ни хера не осталось. Все выломано. Тут был асфальт хороший, красивый, фонарики, все. Нормально. То есть так перепрошивается память, ведь везде Мариуполь, все уничтожается по два, по три раза под видом якобы благ каких-то фиктивных, на самом деле несет людям разрушение, природе уничтожение, все это. Каких-нибудь сейчас сбор заселят, тут аборигены будут доказывать, что всегда так классно было с Памира. Йоти каких-нибудь, которые будут бегать вот сюда, вот срать. Вот, ну, дырку видел, потому что у них так принято на Памире, что там говорить. Видел дырку, надо насрать. Не, я ничего против йоти не имею, хер бы они бегали там в снегах, в горах. Ну, нахер им здесь вот делать? Я понимаю. Вот этим всем рулит Медведев, рулил, когда они с Путиным тут приехали, увидели, как у нас классно живет край в 13-м году, на войне решили это, что он должен жить еще лучше, короче. И началось уродование, началось уничтожение дорог, ежегодные наводнения, вот такая вот вода, начались всякие наезды на бизнес маленький, потом на возможность людей ездить в Китай, в Корею, в Южную, в Японию. Ну и в итоге мы сейчас сидим вот в этом дерьме, все, никуда поехать невозможно, границы закрыты, да, в жопе. Бизнес тоже в жопе, кроме тех, кто не ворует, пристроившись вот к этому всему. Вот такое буйное развитие, вот такая дебилизация, да. И плюс еще всех зовут привиться, уколоться, и это, потому что небо, мол, закоптили. Вот у детей, видите, игрушки. Лазить говне в эти люки лазить, пока не убьется кто-нибудь.
так и будет продолжаться. На какой-нибудь штырь насадится вот на такой торчащий. Как это бывает обычно. Вот я проехал по этому вот глина песку. Могу сказать одно, что полоса препятствий такая, это можно отрабатывать тактические учения ротой, допустим. Все, высадка десанта, морского отражения десанта и прочая срач. Вот, видимо, для этого можно было более эффективно использовать все эти средства. Ну, может быть, толк был бы больше, да. А так, короче, еще можно отрабатывать, конечно, гонять на технике, да, на эндуриках, на всяких, на самокатах. Проверять это. Насколько круто, ух, видит. Ну, камера трясется, вы уж меня простите, зато это, зато, как говорится, по полной тест. Так, а тут сетка обезьянья, тут я не проеду. Тут мне надо податься в партизаны, короче, срочно. Поеду я обратно, потому что тропа партизанская с той стороны находится. Вот остатки кедра, про которые я говорил, вот последний, видите, никакого к ним уважения, то есть уничтожаются просто там и все. А были прям засажены, то есть кедровая роща. Теперь молодежь пошла там вот на жопу приключений искать. Так, вот здесь через сетку я могу перелезть, да. Вот эта тропа. Ну, быдляку пойдет, короче. Чем занимаются дети? Они вот сейчас эти начали колотить стекла тут. Сами же на них напорятся потом. То есть продолжение, короче. Деструктив порождает деструктив, короче. Ну вот, я доехал до конечной точки. Больше, в общем, особо показывать нечего. Сейчас меня еще тут Николай сфотографирует напоследок. Вот, ничего не меняется. Вот точка, с которой я стримы проводил. Все. Видите, абсолютно та же картина. Да, месяц отрулите назад. Два месяца. Вот тоже. Наглое, тупое отмывалово. Короче, воровство. Вот это все. Сетка только все рванее и рванее получается. Такая фишечка в конце сюжета. Зачем кладут новый асфальт? А для того, чтобы его копать.